Космический дом Барбоскиных. Где-то далеко от Земли. Не-не-не. Классный тишка. А-а-а! Кто ты? Ты кто? Что произошло? Мамочки! Кто? Кто ты? Тушка убил? Без паники, дети. Кто из вас Тушка убил? Мы видели с мамой. Это не я, не я, не я. А может быть, он представляется мертвым вообще? Нет, Лиза. Посмотри на руку Тушка. Кровь настоящая. Ха, подумайте. Может, Лиза импостер? Да. Нет. Лиза, точнее, Роза, не плачь. Бывает такое. Я не могу поверить, что моя сестренка была импостером. А? Что это? Что такое? Еще твоих убили. Без паники. Так, Лиза была права. Она не была импостером. Что же, Янка, карамба? Может быть, ты был папа? О, все нормально. Дорогая. Ой, дорогая. Малыш, мы вдвоем с тобой остались. Это ты был? Малыш. Так это ты был импостером? Ой, гвозди в кеды. Как ты стал импостером, малыш? А вот так.